В Международном гуманитарном университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов магистров. Более 150 высококвалифицированных профессионалов стали выпускниками самых престижных структурных подразделений вуза. Института права, экономики и международных отношений, а также факультета лингвистики и перевода. Дипломы вручал президент университета академик Сергей Кивалов. Он поздравил выпускников, их родителей и профессорско-преподавательский состав. Абсолютное большинство сегодняшних магистров, они уже трудоустроены. Знаете, сегодня найти хорошего специалиста, ну, есть проблема. Не просто диплом, а знания, чтобы они имели. Вот мы даем хорошие знания. Вот из факультета лингвистики и перевода мы пригласили на работу в международную академическую школу. Пригласили преподавателей. Потому что они получают диплом и бакалавра, и магистра, где предусмотрено и записано, что он переводчик и учитель английского и французского языка, английского и немецкого языка. А нам такие сегодня преподаватели нужны для первого класса, для пятого класса. Потому что сегодня найти хорошего учителя в школу – это сегодня есть проблема. Знаете, я хочу сказать, что хороших специалистов мы готовим. Вот специалистов в IT-технологии мы уже пригласили на факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета юридической академии. Мы их пригласили к себе на работу в юридическую академию. То есть готовим, в том числе и для себя. В свою очередь, выпускники поблагодарили руководство Международного гуманитарного университета за то, что были обеспечены уверенным будущим в профессиональной сфере. Хочу подякувати в першу чергу Сергію Васильовичу за те, що ми мали таку можливість навчатися в цьому вузі, керівництву інституту, ректорові вузу, за те, що ми досягли свої мети та отримали диплом магістра. После выпускного дороги вуза и студентов не расходятся. Многие выпускники продолжают находиться в стенах родной альма-матер, но уже в качестве преподавателей. Это такой, знаете, очень такой трогательный момент, потому что это завершение определенного цикла обучения. И для нас, для профессорско-преподавательского состава нашего университета, немного грустно, потому что 150 студентов покидают ряды Международного гуманитарного университета. Но на этом связь с нашим университетом, связь с альма-матер для выпускников не заканчивается. У нас есть клуб выпускников Международного гуманитарного университета, многие трудоустраиваются в университетах и структурах университета, и мы поддерживаем связь с каждым выпускником. Президент Международного гуманитарного университета уверен, что та база знаний, которую получают студенты во время обучения, поможет им построить успешную карьеру. Я хочу пожелать нашим выпускникам сегодняшним, которые получили дипломы магистра, самое главное, чтобы они были счастливы, потому что получение диплома, получение специальности – это счастье, потому что не зря философы говорят, что счастье – это когда есть хорошая работа, когда есть хорошая семья, когда ты имеешь возможность путешествовать. Я хочу, чтобы вы были счастливы и удачливы. Я хочу, чтобы вы от работы получали удовлетворение. Я очень хочу, чтобы в ваших семьях был достаток, любовь, благополучие, и пусть нас всех хранит Господь. В этот праздничный день дипломы о высшем образовании получили специалисты в сфере правоохранительной деятельности, права, международных экономических отношений, менеджмента, а также в области IT. Сегодня в Международном гуманитарном университете праздничное событие. По инициативе нашего президента Сергея Васильевича Кивалова была открыта специальность правоохранительная деятельность. И вот сегодня мы празднуем первый выпуск специальности образовательного уровня магистра. Я могу с уверенностью сказать, что выпускники этой специальности, будучи на последнем курсе обучения, 100% трудоустроены в Национальной полиции Украины Одесской области, в органах прокуратуры, в таможенной службе, в охранных агентствах. Они являются востребованными, так как уже начиная с первого курса обучения в магистратуре мы давали возможность всем трудоустроиться. Отметим, что Международный гуманитарный университет уже в 16 раз выпускает специалистов в филологической сфере. С каждым годом университет демонстрирует прекрасную тенденцию, потому что спрос на специалистов, владеющих несколькими иностранными языками, с каждым годом растет. Мы выпустили филологов, переводчиков и преподавателей двух иностранных языков и литератур.
Наши студенты, получив дипломы, уже трудоустроены. Они работают как в бюро переводов, как в крюинговых компаниях, в школах, в высших учебных заведениях. А лучшие студенты планируют поступать в аспирантуру Международного гуманитарного университета. Выпускники факультета лингвистики и перевода уверены, что выбор вуза, который они сделали несколько лет назад, действительно успешный. Благодаря тому, что университет сотрудничает с большим количеством международных организаций, студенты имеют возможность получать не только образование европейского уровня, но и проходить практику и стажировки со второго курса. Я безмерно счастлива, что я училась именно в этом университете. Мне всегда казалось, что это именно то место, где я должна была оказаться. И прошло целых 6 лет, мне даже не верится, насколько сильно изменилась моя жизнь. Я очень благодарна всему преподавательскому составу и, конечно, Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он делает такой необъятный вклад в наше образование. Добавим, что вуз также осуществляет подготовку по творческим специальностям: актер музыкального театра и артист-вокалист, что является уникальным для юга страны. Также университет приглашает получить востребованную профессию в Одесском медицинском институте МГУ. Уже совсем скоро начнется новая вступительная кампания, и все желающие смогут присоединиться к дружной семье Международного гуманитарного университета.